К жителям села Барановка глава города приезжает не впервые. Такие встречи проходят регулярно. На этот раз Анатолий Пахомов прямо с колес завел разговор о санитарном состоянии домов и прилегающих к ним территорий. К тому, как селяне следят за порядком в своем поселке, у мэра остались вопросы. Наша Барановка должна быть чистенькая, аккуратненькая и красивая. Газ есть, дороги есть, что надо еще? Канализование поселка – проблема несложная, убежден мэр. Местным жителям необходимо установить в домах локальные очистные сооружения и заключить договор с водоканалом на их обслуживание. В противном случае администрация будет, согласно природоохранному законодательству, серьезно наказывать за незаконные канализационные стоки. Специалисты мэрии совместно с представителями прокуратуры уже проводят рейды. Зашел разговор и о водоснабжении поселка. Центральный водопровод в селе начали строить еще в 2005-м, но он не сдан до сих пор. По словам представителей районной администрации, на завершение проекта требуется дополнительно 30 миллионов рублей. Не закончили проект, у нас не хватило тогда возможностей, средств, наверное, на то, чтобы построить насосную станцию и резервуар. Вот. С тех пор здесь есть, периодически возникают проблемы с водой. Хорошо, разберемся. Да, решаем. На карте курорта Барановка занимает видное место. Это один из центральных поселков Сочи. Здесь более 840 домов, в которых проживают свыше 2700 человек. Несколько лет назад часть домов пострадала от оползня. Администрация города пришла на помощь селянам. Им выделили земельные участки и деньги на строительство новых домов. Теперь людей интересует, будут ли дороги к будущему строительству. Получается, если КАМАЗы пойдут, то стройку надо начинать. Многие не начинают из-за того, что нет проезда. Лучше всего просыпьте, пожалуйста, сделайте. А потом, когда вы уже построитесь, наверное, мы лучше тогда уже там сделаем нормальную дорогу. В свою очередь, руководство Хостинского района обещает людям помочь с отсыпкой временного проезда к будущей стройке. Появится в селе и новый детский сад. Его должны будут построить российские железные дороги, которые возводят в Барановке свои многоквартирные дома. В двухчасовой беседе с мэром селяне решили и еще один вопрос – строительство еще одного ТП для надежного энергоснабжения 34 домов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.